Шабанай. От него до Спасского 50 километров. Угу. Заедем в чайную. Пожуем чего-нибудь горяченького. Она круглые сутки открыта. Не к 8 на работу. Успеем. Галочка, привет. Так, 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 так. Котлетки будете? Буду. И чай тоже. Так, вы садитесь, а я один управлюсь. Галочка, две котлетки и два чайку покрепче. О, из Маденов! Иван Григорьевич! Откуда ты? Да понимаешь, застрял. Ты не в Спасское? Туда. Ваня, будь другом, прихвати. Давно тут торчу, понимаешь? Да не могу, тебя посадить некуда. Да у тебя кто в кабинете? А вот. А, понимаю, понимаю. Ну ничего, я мужик не гордый. Могу и в кузове. Разрешите? Пожалуйста. Подарочек. Везу. Муля, да? Ты такую штуку пробовал? М? Нет. Российская. Там типа маленькая, с уставку. Иван Григорьевич, вам еще машину везти? Я на работе, Дмитриевич. Ну и что? Может, гористо боишься? Да не все попрятались. Кому охота мокнуть? Ну давай, давай. Быстрее! Ну давай же! Ладно, приму. Но учти, Митрич, в кабину я тебя все равно не посажу. Ты не рассчитывай. По коням! А тебе что, отдельное приглашение надо? Я не поеду, вы пьяный. Я? Митрич, определи. Да нет, Ваня, не похож, нет. Слыхала? А ну, залазь в кабину. Мне жизнь еще не надоела. Да ничего с тобой не случится. Тебе ж к 8 часам на работу. И все равно я не поеду. Да брось ты, Ваня, унижаться, ну что ты... Ну что, что бы пешком? Последний раз спрашиваю. Поедешь? Нет. Ну и черт с тобой. Митрич, залазь в кабину. Слушай, Ваня, ты ну потише. Ваня! Ваня, Ваня, Ваня! Ой! Как же это я? Как же? Не смей, Ваня! А что? Опечатки оставишь. Тикать надо, Ваня, тикать, тикать, тикать. Да пусти ты! Да детишка, подумай, о семье тебя-то посадят, а жене-то каково? Давай, 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 давай! Заводи, трантуля!
Куда путь держите? Спасская. Вам бы следовало автобус подождать. Мне ждать некогда. Мне к 8 на работу. Тогда садитесь. Мы вас подвезем немного, а потом устроим на попутную. Пожалуйста. Хочешь поразить его? Обетуся! Шалей! Стой! Стойте! Остановите! Человека сбили! Вон там! Давайте быстрее! Сюда! Сюда, товарищ милиционер! Идем мы и видим на дороге человек. Аптечку. Идем мы и видим человека. Может помочь. Волга, Волга, я Жигули. Волга, я Жигули. Прошу на связь, прием. Волга, Волга, на 10-м километре раненый. На 10-м километре. И пока мы шли, ни одна машина не встречалась нам. Правда, какая-то машина свернула вон там, по той дороге. Это дорога на карьер. Что за машина, вы не заметили? Да, грузовик, кажется. Правда, Миша? Да, бабушка, грузовик. Да, грузовик. Из Модена. Мы, значит, с вами поедем вот по этой дороге. А вы... Тогда по той, что за сиденье. Слушайте, понял. Ясно. Девушка, вам с нами нельзя. И все равно я с вами поеду. Девушка, говорят, нельзя, значит, нельзя. Чует мое сердце, это из Модена сбил человека. Какой из Модена? Один шофер. Он сегодня напился в Шабанае. Ваня, машина. Где? Ваня, может остановимся? Ваня, остановись! Отстань! 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 Иван Григорьевич, что же вы наделали? Что же вы натворили?